Привет, ребята! Сегодня мы находимся в парке развлечений города Харькова. Это центральный парк, один из самых крупных в Европе развлекательных центров под открытым небом. Так вот, на его аккуратно ухоженной территории около 130 гектаров расположены новейшие аттракционы от ведущих европейских и канадских производителей. Тут, очень много фонтанов, озер, скульптуры и экзотические растения. Современный парк развлечений в Харькове был открыт к празднику 23 августа, к дню освобождения от фашистов в 2012 году. С тех пор он является любимым местом отдыха харьковчан. И очень много приезжает туристов, гостей города. И это неудивительно, ведь парк имеет массу особенностей. И если вы путешествуете и мечтаете собственными глазами видеть Диснейленд, хотите получить море адреналина, и впечатлений положительных эмоций с друзьями, отпраздновать день рождения, то Центральный парк, я думаю, что в Харькове именно то место, которое стоит посетить. И хочу добавить, что прогуливаясь аллеями парка, вы не пройдете мимо ретро-площадки, французской зоны, средневековой площадки с самым высоким в Украине колесом обозрения, 55 метров, и экстрим парка. Маленьких и больших посетителей здесь ждут крутые аттракционы, известные с детства, и ультрасовременные новинки. Также, прогуливаясь по самому парку, можно прокатиться на вот таком вот паровозике, который едет по кругу парка, может довести вас до любой точки, чтобы ускорить процесс обозрения, потом выбрать, где можно будет погулять. Кстати, вот здесь находится на этой площадке такая, как много город, там в виде корабля. Для моему сыну очень нравится, здесь круто погулять можно. Посетив парк Горького, малыши останутся в восторге от французской карусели, чудо дерева, детского автодрома, паровозика, о котором я говорил, канатного городка, джампера. Огромное пространство для веселья предлагает развлекательный центр на средневековой площадке, детские площадки с качелями, лабиринтами, аквазонами для охлаждения в жаркие летние дни. И в дальнейшем вы увидите на видео. Многочисленные развлечения для детей Харькова преподносит самые юные гостям Центрального парка.
Ну, для детей этот парк вообще создан. Он очень круто расположен во всем. Детям здесь очень уютно и комфортно. Единственное, самое главное, это не хватает времени. Потому что когда придешь с ребенком сюда, он начинает лететь во все стороны. Ну и приходится с ним договариваться о том, чтобы выбрать какую-либо горку там или место по очереди, чтобы каждые выходные, когда приходишь, можно было отдыхать вместе с ним на разных местах, потому что, ну, как бы 130 гектаров, это очень большая площадь, чтобы обойти это все, я не знаю, ну, часа, наверное, 3-4 надо, это просто, чтобы обойти. Во время того, как я делал эту съемку, вот, я потратил где-то около 2 часов, и я проходил по самым центральным местам, и очень много чего вырезал, потому что просто бы не поместилось. Кстати, мы сейчас подходим к канатной дороге. Ну, и этой канатной дорогой можно уехать в сам город через ботанический сад, проезжая. Вот. Помимо здесь канатной дороги и аттракционов, здесь можно посетить знаменитые экскурсии, погонять футбол, там дальше покажу волейбол, баскетбол, отточить мастерство катания на роликах, на роллидроме, на скейте, велосипеде, отдохнуть в уютной беседке на берегу озера. Я вам покажу еще покормить лебедей, уток, познакомиться с жителями Зоэленда, вкусно пообедать, либо перекусить на разных зонах там по территории. И это далеко не все развлечения Харькова, которые встречаются. Ну вот, здесь находится баскетбольная площадка, туда за ней дальше идет много футбольных полей. Ну, здесь, понятно, волейбол на песочке, можно поиграть. Очень-очень много всего. Ну и еще одна площадочка. Кстати, они, многие площадки, заметил, разделяются по разным возрастам. То есть маленькие, большие. Ну и тут мы плавно переходим на канатную дорогу для детей. Территория канатного городка очень большая. Дальше мы идем, я уже на заставке ставил вам, идет американские горки, справа от вас скалолазание, можно полазить. Ну и хотел сказать, за покрытие асфальтное сюда очень круто приходить там со своими роликами, на велосипеде покататься, на скейтах, то есть очень ровненько, гладкое покрытие, не раздражает, очень удобно. Газончики все выстрижены, ровненькие, ухоженные, все аккуратненько. Ну, как я говорил, что с левой стороны американские горки идут, с правой стороны катапульта. Ну, я еще не решился, очень стрёмно. Именно те самолетики, которые в начале на заставке у вас были, именно они стрёмные. Вот, и катапульта, это просто стрёмно. Кстати, по катапульте вес, по-моему, там, вот сейчас подходим, почитайте, вес, по-моему, 140 килограмм, запускается только вдвоем, одного не садят, там никаких мешков не ставят. Это, кстати, очередь на американские горки. Так вот, по катапульте, там должен быть возраст и должен быть, по-моему, 140 килограмм. И высота не больше 190 метров.
килограмм, ой, 190 сантиметров, 1,90 м. Сами билетики можете сразу рядом приобрести. Ну и тут прямо, видите, можно перекусить до сходить. Кстати, по самой территории находится огромное количество туалетов, они, посещение их бесплатное, они убраны, красиво сделано все, то есть из-за этого, мне кажется, люди и относятся к этому все благоприятно, то есть не ломают ничего, не уничтожают, заходишь, все аккуратненько. Ну и обратно мы возвращаемся на центральную площадку, то есть по центральной аллее, которая ведет самым большим колесо обозрения Украины. Я уже повторяюсь, 55 метров. Практически 80%, на чем здесь катаются, это все арендное. Можно на территории есть аренда, приобрести это все и кататься. Ну и здесь мы переходим на новую тематическую зону. Справа и слева в самом начале магазинчики разные, ну и там дальше идут разные тематические зоны для детей. Тут мне от интереса тоже заглянул, зимой там горка находилась, а мы катались, а сейчас зашел, подошел, там детишки делают кораблики и сразу же их там запускают, они плавают, детям весело, ну тоже клево придумано. Кстати, куда мы сейчас подходим, где выступление проходит, там находится домик, в котором можно побегать будет маленьким детям на несколько этажей. Друзья мои, следующий свой я когда проходил, как раз ушло выступление для деток. Сейчас на ваших глазах одна золотая монетка будет левитировать из точки А в точку Б. Сейчас я все объясню. Ну и забыл добавить, что вход в парк бесплатный, то есть может посетить его любой человек, кому пожелается. Платно только разные там аттракционы, там варьируются от 15 гривен до 100 максимум. И то тоже варьируется стоимость для маленьких детей и для взрослых. Здесь для пока, то есть если поучаствовать, удержаться на дуке надо, и тогда приз получите 500 гривен. Часть, я не помню, по-моему, 100 гривен. Ну, а здесь самолетики для совсем маленьких детей. Там справа сейчас будем идти, будут горки, по-моему, въезжаешь в воду, она разбрызгивается, все тоже прикольно. От себя хочу сказать, что это один из самых лучших парков города Харькова и Европы, в который вложено огромное количество усилий, финансов.
о чем я забыл упомянуть, можете добавить в комментариях.
Thank you.